Другим темам. Российская авиагруппировка, которая помогает бороться с террористами в Сирии, этой ночью совершила несколько вылетов. Подробную информацию о задачах наше Министерство обороны сообщит, но позднее. Напомню, в операции задействованы фронтовые бомбардировщики Су-24М и штурмовики Су-25. В оборонном ведомстве подчеркнули, что удары по объектам наносятся только после детальной разведки. В первую очередь должно подтвердиться, что гражданских рядом нет. А еще уточнение координат и сверки этих данных с другими участниками антитеррористической кампании. Это и правительство. Войска Сирии и иракские военные. Добавлю, присоединение наших ВВС к борьбе против ИГИЛ, которую раньше практически в одиночку вела сирийская армия, открыло возможности для более эффективных действий. Например, экстремисты активно пользовались тем, что самолеты Арабской Республики не имеют технической возможности работать в темное время суток. У российских летчиков таких ограничений нет.